Новогоднее настроение по стране продолжает дарить благотворительный марафон «Наши дети». Накануне в гости к воспитанникам дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития заглянули герои сказки «Щелкунчик и мышиная королева». Театральное выступление подготовили студенты столичного педуниверситета. К слову, воспитанники дома-интерната смогли сами поучаствовать в представлении. Факультет дошкольного образования БГПУ подготовил для ребят батлеечный спектакль, интерактивную площадку, новогодняя кондитерская и яркий аквагрим.